Я вас так долго ждала. В этом шоу у игроков есть два пути. Волнительно? Да. Очень. В дорогой отель. А это что такое? Я ни разу не пробовала. Или в горный лагерь. Никто не хочет здесь оставаться 100%. Хотя есть еще один. Проиграть и пойти на все четыре стороны. Почему вы ругаетесь? Мы не ругаемся, подбирать слова надо. Здесь становится хуже и хуже. Атмосфера, конечно, между нами подпортилась. Хотя от народной команды чего ожидать? Выжить в Самарканде. 14 января в 7 вечера. Премьера на ТНТ.